Всем привет! Сегодня будем пробовать делать хамон. Это у нас бедро вьетнамского хряка. Он у нас был не кастрированный, и мы его зарезали. О нем я уже рассказывала про его мясо в предыдущем видео. А сейчас снимем, покажу вам вес. Попробую взвесить сейчас. Тут оно так обрезано, достаточно маленькое, так как это у нас пробный хамон будет. Угу. Подождем, пока включатся весы. Никакой посуды, которая могла бы вместить это бедро, я у себя дома не нашла. Ну, вот он у нас 4 килограмма, 3900 с копейками. 3900, наверное. Вот. Такой большой посуду тазика я не нашла, он не вмещался так, чтобы полностью, поэтому замотала пищевой пленкой такой ящик, сюда он влазит, и будем засыпать соль. Соль я купила разную, в основном покупала такую, но ее не хватило. Взяла я примерно 10 килограмм, думаю, что ее должно хватить, если нет, то потом сверху досыплю. Вот такой вот у нас ящик, будем засыпать сейчас на ней соль. Засыплю пару пачек, а потом положу наверх наше бедро. Смотрела, я уже давно хотела сделать хамон, но никак не решалась. Думала сделать что-то наподобие хамона с козьей, с козлиной ноги. Но тоже не доходило. А тут подвернулась возможность, так как в морозильнике особо места нет. Поэтому вот так решила сделать. Так, я думаю, что на 4 нам хватит. Ай, у меня ранка. Будет не очень приятно. Вот такое вот. Положим его, наверное, вот так. Вот снизу там достаточно, так и сюда сбоку. Отсыплю, чтобы она вот так. Посмотрим, не знаю, насколько делать перчатки. Не для того, чтобы то, что у меня до этого были руки грязные, у меня были руки чистые, но делать перчатки, так как у меня ожог на пальце, и из-за соли начала печь, поэтому пришлось прекратить съемку и одеть перчатки. Вот так будем засыпать наш хамончик. Конечно, разделывал нам его охотник, все-таки не очень осторожно, но мы тут вроде и обрезала все лишнее. Запомнили вес, потом снимем, сколько будет вес после того, как уберем всю соль. Тут даже не так много соли понадобится, наверное. Неужели прям правильное количество соли купили? Еще, наверное, вот эту высыпаю. Вот сюда. Ну, это совсем мелкое, да, покрупнее сверху, ну ничего страшного. Какая была в магазине. И здесь просто копытца, чтобы тоже оно все просолилось. Все, здесь вроде тоже соль зашла, да. Везде. Хорошо, кстати, из-за того, что в таком ящичке он прям под размер, и здесь натянуто все, соль не высыпается. Периодически нужно похлопывать, там каждый день-два проверять его, чтобы соль, та, которая впитывает влагу, прилегала близко, чтобы соль была к мясу, чтобы не было никаких воздушных таких зазорчиков. Ну, вроде как все должно быть очень-очень хорошо. Поставим его
холодное место, там, где градусов 5, наверное, на балкон. И буду проверять. Потом вам покажу, как там все будет происходить, какой процесс. Наверное, на неделе полторы-две точно придется ставить. Ну, там посмотрим. Прошло у нас 6 дней ровно. Получается, мы засолили 1 января. Сегодня у нас Рождество, 7 января. Так как у нас оно так находится компактно, видите, вот в некоторых местах выступила такое более коричневая соль получилась. Все это он вытягивал оттуда влагу, и оно так потемнело. Каждые где-то 2 дня я приходила, утрамбовывала соль, но она, кстати, особо не отставала от мяса. Вот. Сегодня хочу посмотреть, так как прошло 6 дней, у нас кусочек небольшой, 3 килограмма. Вообще рекомендуется выдерживать один день на килограмм мяса. Милуша играет шариком новогодним, елочным. Поэтому, получается, мы в теории должны были выдержать 3-4 дня. Ну, сейчас прошло 6 дней. Прошло 6 дней, поэтому, я думаю, можно посмотреть, что там. Если вдруг не очень, то мы засолим заново, другой солью. Потому что это уже такая влажная, так как все-таки там, где оно хранилось, было достаточно много влаги. У нас окорок не очень большой, поэтому мы тут сразу срезали все сало. Надо было, конечно, чуть-чуть оставить, но так как мы снимали полностью шкуру с кабана, то у нас сала особо и нет. Ну вот такой кусочек, давайте посмотрим поближе. Сейчас я его попробую обтереть. В принципе, он такой потемнел, подсох немножко. Надо было ставить копытца, конечно, но мы не оставляли. Наверное, все-таки нормально. Может, еще чуть-чуть просолить, не знаю. Ну вот так. Сейчас будем решать, что с ним делать. Я вам обязательно расскажу. Решили мы засолить еще раз. Вот эту часть пришлось немножко срезать, так как она не очень хорошо просолилась. Мне как-то смущает ее вид. Поэтому решили срезать и засолить именно внутри, вот тут вот хорошо, новой солью засыпали здесь, именно эту часть. А здесь сверху вроде все хорошо просолилось, поэтому засыплю ту же соль сверху и подожду еще денька, наверное, 2-3, может. Вот так придется еще потерпеть немножко. Ну, надеюсь, что-то получится. Вот такая получилась нога. Досолилась она, еще полежала пару дней. Вот такой темный цвет, она такая твердая стала. Сейчас повесим ее, не знаю куда, наверное, на балкон. Потому что в холодильник места нету, в холодильнике на балкон повесим. Там сейчас холодно, в принципе, буду дверь закрывать просто в квартиру и все. Посмотрим, что получится дальше. Подвесили на балконе. Вот такого цвета. Подвесили к бойлеру на балконе. Вот так он выглядит. Ну, подождем недельки 3-4. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, попробовав, я могу сказать, что вроде как он готов. На вкус он мне очень понравился. Сейчас будем снимать. Ура, наконец-то. Вроде как все. Мы засолили где-то 1, наверное, января. А сейчас у нас 10 февраля. Поэтому провисел он у нас где-то месяц. Чуть меньше, может. Ну, там на пару дней буквально. Но так как у нас кусочек маленький, в принципе,
этого достаточно. Позавчера я уже попробовала его, но еще оставила висеть. Поэтому вот такие дела. Что еще хотела сказать? Я изначально не очень хорошо просолила внутри. То есть тут был срез такой небольшой и дырочка. Я изначально неплохо, то есть туда соль не попала. И поэтому оно начало так, ну как бы не портиться, но не просаливается. То есть если вот здесь везде цвет поменялся уже изначально, то тогда я открыла внутри, смотрю, там ну как бы не очень. Оно пролежало, наверное, на 2-3 в холодном месте, но соль туда не попала, но не просолилась. Поэтому я вырезала эту часть и заново засолила еще на 2 дня. Вот. Вот такое, вот такая получается ножка. Вот так оно выглядит. Видно, вот здесь вот соль выступила. Кое-где салка такое. Специально так связали. Здесь оно прям вот видно, соль выступила. И здесь много. Такой цвет, оно-то прям твердое-твердое. Срезать сложно. Ну вот, на разрез вот такое вот получилось. Вот и вот кусочки. Давайте попробуем, раз уж собрались все. Я уже пробовала, конечно. Мне очень нравится. Буду жевать при вас. Смотрите, вот это то, что посередине, оно такое более мягкое. Но на просвет, вот оно прям такое прозрачненькое. Вот это крайний кусочек был. И то вот он как бы такой. Даже сало вкусное очень. Обязательно буду еще так делать. Вот такие вот дела. Я очень рада, что у меня получилось. Первый раз сделала. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И всего доброго!